Ой, смотрите, где я иду сейчас. И это, ну, это как заповедные места это называется. Вот такие здесь тропинки. Здесь, наверное, ходят только местные. Зовут грибами. И все. Вообще класс. Мы сейчас пили воду из ручейка. Как в сказке. Я в шоке. Ой, так красиво. Я же заикаюсь. Как здорово здесь. Ой. И знаете, вот мы сейчас лезем в гору, да? Но, конечно, ну, тяжеловато. И в то же время и не тяжело. Просто кайф испытываешь от того, что здесь находишься. Вообще. А мне хорошо. Я просто за вами не поспеваю. А так-то я иду. Ой. А не поспеваю. Вот можете себе представить? Я уехала из Саратова отдыхать. А мне звонят. В течение, вот пока я лезу в эту гору, фу, уже позвонили несколько раз и написали так. То есть я тут в одной руке палка, в другой телефон, в третьей руке рюкзак, в четвертой я не знаю, что у меня в руке, но еще мне надо отвечать на звонки и на сообщения, потому что все, кто находится в Саратове, почему-то не знают расписание, которое я выложила в студии Вайбере. То есть я, находясь здесь, знаю это расписание, а они для того, чтобы его узнать, мне звонят и пишут. Вот, а меня люди ждут там на горе. И поэтому я за ними не поспеваю. Представляете, вот так. А осталось совсем чуть-чуть.